Российского производства бочка из магазина «Ашан» по цене в 19 рублей штучку. Упаковка простой прозрачный пластик. Состав, правда, слегка не идеален. Будут крошки, когда вы ее режете. Но она сама очень нежная, сыр ощущается во вкусе внешне. А внутрь можно добавить еще что-нибудь любопытное и интересное. Цвета бронзовый, желтый и белый. Советую брать хотя бы иногда для быстрого перекуса, бутербродов на завтрак и просто в качестве булочки для большого и вредного гамбургера. А может и полезного. Кому как хочется. Тем более можно добавить туда еще много салата. Очень приятно пахнет, не сладко, в меру солененькое. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.